Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами, как всегда, Антон Холкин. И сегодня я предлагаю разобрать вместе со мной песню, которая называется «Бежит шоссе». Ну, также она вам может быть знакома по названию «Фергана» или же «В долине солнца». Это довольно известная песня. Некоторые, наверное, даже начинали с этой песни, как, например, я с подобных песен, как бы в том плане, что она удобна для новичков. Как я указал в названии, песня «Аккорд с аккордами без баре», что как бы немаловажно для начинающих музыкантов. Она довольно проста в исполнении. Вот. Ну и, пожалуй, сейчас я вам ее представлю. Как обычно, вначале я эту песню исполняю, потом разбираем аккорды, бой и все остальное. Ну, пожалуй, начнем. А также под описанием, вернее, под видео в описании будет текст и аккорды этой песни. Бежит шоссе, канает автострада, а скорость 200 больше нам не надо. Мы едем, едем, едем в большой город, и километры убегают вдаль, в долине солнца. Где Фергана, банкует шмалью мудрец Хаджа из дачи лимов. Там валит дым, салам алейкум всем плановым. Наркомы мы, наркомы. Богатая и дружная семья, полжизни мы отдали жизни этой, полжизни отобрали лагеря в долине солнца. Где Фергана, банкует шмалью мудрец Хаджа из дачи Лима. Там валит дым, салам алейкум всем плановым. А утром просыпаемся с угаром, и в голове стоит один вопрос: ну где бы раздобыть кусочек бана, и чтобы на запястье он пророс. В долине солнца, где Фергана, банкует шмалью мудрец Хаджа из дачи Лима. Там валит дым, салам алейкум всем плановым. Бежит шоссе, канает автострада, а скорость 200 больше нам не надо. Мы едем, едем, едем в большой город, и километры убегают вдаль, в долине солнца. Где Фергана, банкует шмалью мудрец Хаджа из дачи Лима. Там валит дым, салам алейкум всем плановым. Салам алейкум всем плановым. Ну давайте разберем аккорды этой песни. Значит, первый аккорд ля минор. Все в законах жанра. АМ ля минор, то есть, значит, куплет. Бежит шоссе, канает автос. Догадайтесь, какой следующий аккорд? Следующий аккорд по всем законам жанра — это ре минор. ДМ. То есть получается у нас ля минор. Бежит шоссе, канает автострада. Дальше ре минор. Ну и третий аккорд, завершающий, это у нас ми мажор. Е. А скорость больных 200 больше нам не надо. И опять ля минор. И как бы переходящий опять ми-мажор. Потом повторяется то же самое. Мы едем, едем, опять, значит, ля-минор, большой город, ре-минор. И километры опять ми-мажор, убегают вдаль. Вот, останавливаемся на ля-миноре. И тут как бы переходной аккорд перед припевом. Это у нас аккорд ля-септаккорд. А7. Это вот когда вы берете, ну, соответственно, на втором ладу вторую струну и на втором же ладу четвертую струну. Ну, кто не знает. А7. Можно, в принципе, взять мажор
ля мажор, то есть с добавлением пальца на третьей струне, на втором ладу. Но, наверное, А7 будет лучше. Вот как бы этот аккорд вставляется перед припевом. В долине. И пошел ре минор. Солнце, где фергана? Опять у нас ля минор. На где фергана? Банкует валют. Так, здесь у нас ми мажор. Мудрец хаджа, ля минор. И опять между как бы двумя вот этими частями в припеве. А7, ля септаккорд. Здесь опять у нас ре минор, там валит дым, опять ля минор, да-да-да-да-да, и ми мажор, да-да-да-да, и опять возвращаемся на ля минор. То есть получается по аккордам. Значит, я сейчас именно пропою аккорды. Ля минор, ре минор, ми мажор, ля минор, ми мажор, ля минор, ре минор, и ми мажор, ля минор, и ля септ, ре минор, ля минор, ми мажор, ля минор, опять ля септ, ре минор, да-да-да-да-да, ля минор, да-да-да-да-да, е мажор, та-та-та-та, ля минор. Вот, ну как видите, все довольно просто. То есть буквально здесь раз, два, три, четыре аккорда, да, получается. Раз, два, три, четыре, да. Вот как бы. Теперь что касается боя. Ну, бой тоже достаточно простой, как и для большинства песен подобного плана. То есть получается у нас, по-моему, он шестерка называется этот бой. Ну, принцип его игры вот такой. То есть вы бьете вниз, глушите, потом два раза вверх. И опять глушите. То есть это вот как бы основа, скелет этого боя получается. Ну, медленно это вот так. Ну, а дальше по ходу игры там идут вариации, где-то добавить, где-то убавить. Может быть, не совсем глушить, а чуть-чуть приглушивать, как бы получается. Вот, ну то есть, еще раз покажу. Значит, вниз. Глушим, два раза вверх и глушим. Вот. Ну, вот, собственно, и все. Бой, как видите, достаточно простой. Такой же простой, как и аккорды в этой песне. Ну вот, уважаемые друзья, сегодня мы с вами разобрали песню «Бежит шоссе» или же «В долине солнца». Вот, надеюсь, все было понятно и доступно. Если что, задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Ну, а мне добавить больше нечего. С вами, как всегда, был Антон Холкин. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Все, я желаю всем хорошего дня.